Так, вот следующее видео. Поехал на море и посмотрел, у меня как бы один вот этот складной нож. Обзор я уже делал, очень он мне нравится. Острый, не точил ничего, обдирал уже им корс. Вот эта штука буквально перерезала мелкие кости. Даже вот здесь уже видно, вон маленькая такая зазубринка. Ну реально, с вот этим серрейтором, если бы без него этих костей, как бы, ну, нужен тесак вот такой, да, чтобы там обухом тюкнуть, перерубить или... Ну, вот эта штука очень удобная, вот здесь видно, вон зазубрина осталась. Рубили, резали такие небольшие кости. Мне он очень так нравится, очень легкий. Вообще веса нет, практически удобно, сидит в руке, все, ну, вопросов нет. И вот иду я на море, и там целая витрина, разложу разных ножей. Естественно, выбор сразу пал на Гербер. Вот такой точно с таким лезвием, только там оно так, серрейтор более закругленный. Лезвие было побольше, железная ручка, железная, ну, новая моделька, клипса там другая. В общем, беру я его. Потом сел на лавочке, посмотрел там недалеко. Подумал, в принципе, у меня есть Гербер. Второй. И он так был потяжелее достаточно. Второй Гербер брать, ну, просто смысла нету. Поэтому тут же понес его назад и поменял на вот такой. Рассматривал я еще Лара или Лапа, там какая-то фирма. Неплохой нож, но вот понравился вот этот. Здесь уже замок другой. Называется он вот Smith & Wesson. Форма лезвия другая, потому я его и взял. Вот его немножко тронешь, и он дальше сам выскакивает. Такой хищный вид, острое лезвие, я вот пробовал, вот волосы, он буквально сбривает, не видно, наверное. То есть, пока я его не правил, ничего, вот здесь серрейтор, такой более агрессивный, чем вот этот, вот здесь. Вот на том, что я смотрел, он был более еще агрессивнее. Замок вот здесь компрессион. Под ручку, под руку удобно. Ну, в принципе, неплохой нож. Пока отзывов я о нем не оставлю. Посмотрим его в работе. Ну, был или Лапа, или Лара какой-то там. Быстрее всего китайский. Такое вот лезвие, вот такой формы подлиннее. И вот типа такого, только еще агрессивнее этот серрейтор. Ну, покрутил, вроде понравился, но он был какой-то такой, а этот вот интересный такой. Ну, складываясь его, вот, все, дальше идет туго, вот видно пружина. И вот буквально он как выкидняк, раз, и он выскочил. Ну, не знаю, прикольно так сделан, в руке сидит удобно, что-то им там резать. Острый, сразу вот в руки берешь, вот пробуешь. Вот здесь видно нормальная заточка. Поэтому взял этот, пока не жалею, что отнес Гербер назад. Потому что мне, в принципе, вот этого хватит. Так, и вот этот нож взял просто так. Ну, это будет больше, как вот там где-то на охоту, на природу. А вот этот просто выехать, порезать хлеб там или где-то, куда-то. Это такой выкидняк, фирма Колумбия. Сразу скажу, туповатый. Вот если здесь видно, вот там заточка, она не от края вот так, а вот
буквально, ну, то есть его надо править. Как бы режет, все нормально, ну, править я его буду. И вот здесь можно вот эту часть вот так вот здесь сделать конус и заострить, сделать прям шкуры снимать, к примеру. Ну, я им как бы шкуры снимать не буду, хотя вот, вот здесь сделано, можно как бы доделать, да. Ну, пока. На что обратить внимание вообще при выборе ножа? Ну, такие моменты. Вот здесь видно саморезы, ясно, качество. На более нормальных моделях идет вот под шестигранник. Вот здесь отдельные вот эти скобы сделаны вот хорошо, да? Вот здесь под шестигранник. Далее, когда мы его вот так складываем, лезвие должно быть по центру. Никаких там влево-вправо, там где-то что-то. Далее, вот то же самое видно, лезвие не должно ничего вот здесь биться, касаться. Вот может быть какая-то вот эта заклепочка будет здесь вот прям возле, и когда будете складывать, он будет под нее биться. Вот это такое вот мелкое, ну как информация. Далее, лезвие внешне, конечно, смотрю, лезвие должно, вот рукой пробуешь, оно острое. Вот это определить, буквально там взять на витрине несколько ножей и просто вот так попробовать. И еще как у меня фишка, не знаю, вот волосы вот на руке, он вот так вот сбривает. Ну тут более вот резко, да, вот видно. То есть он волосы бреет. То же самое и этот. Ну это так вот, кратенькая такая информация. Ну, пока вот такой нож Smith & Wesson. Не знаю, неплохой. Вот сидит в руке нормально. Лезвие сделано, конечно. Пока вот такой формы у меня ножей не было. Были там вот такие, там такие разные. Ну вот взял его чисто из-за... Лезвие острое, реально. И вот форма интересная. Поэтому такого плана там было очень много, там и ровный, и, ну, не стал, поменял на вот этот. Все.